Новые столкновения между египетской полицией и вооруженными исламистами произошли в четверг утром на севере Синая, около полицейского участка Эль-Ариш. Накануне египетская армия и силы безопасности ликвидировали 20 боевиков в ходе крупной наземной и воздушной спецоперации близ деревни Тумах, недалеко от контролируемого Хамас сектора Газа. Цель операции, которая проводится в воскресенье, – нейтрализация радикальных исламистов, напавших на пограничный пост и убивших 16 человек. После этого президент Мурси дал армии приказ вернуть полный контроль над Синаем.